Авангарда счет сейчас открыть. Но от минуты уже бесполезно, в общем-то, отыграли екатеринбуржцы в меньшинстве. Там выводили Кемпкина бросок, но он не смог ему попасть по шайбе. И в результате чего шайба вышла из зоны. Вот сейчас Авангард приходится начинать новую атаку. И такой момент! И шикарен Коварш! Передача на дальнюю штангу. Ну как-то успел переместиться Коварш. Здорово сыграл вратарь. Вот тут как раз клюшка сломана, и Лемтюков замыкал дальнюю штангу.